знаешь, Ваймакс. Нет, это было другое. Погода это 21-го года, еще пленка на них есть. Стены все обшиты. Да. А, понятно, они расходчи. Какой дурак, это будет стенку кирать. Следить будет, по-моему. Ты здесь впервые снимаешь в этом? Конечно. Вот Лера обожает очень такие лифты. Да? Если б знал. Да, фанера портит всю малину. Ну, это временно, потому что... Да, чтобы... понятное дело, чтобы не повредить. Конечно, это же временно. Ну сколько тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь светильников. Угу. 17. Куплю окна. Не рекламу. Угу. Окна в Зеленограде. Вот здесь. Зачем-то. Такая сила. Довольно-таки неплохо убит из окна. Только эхо тут до хрена. Там сейчас сколько тут пространства. И так далее. О, не их вон. Да. Пуштай сюда, тихо. Вот тебе и нейрон. Только он ничего не говорит. Не пойму, уже повредить успели или это грязь сюда? Это грязь. Да, особо так ревизия не радует из-за этих деревяшек. Ну, а что ты хочешь? Это временно. Так-то да. Это временно, Сань. Потом уберут, будет уже нормально. Вон, на 220 я чувствую это. Ну, а что ты хотела? У меня тоже такой есть на 220. Да? Ты его покупал? Ну да, мне что-то давали. Вот. Что, ракета падает? Ну да, ракета, ну, да, падает. Это еще не все. Угу. Да, это название ракеты. Это самая последняя модель 2021 года. Угу. Миллион рублей в день. Миллион рублей в день и угу. Ракет. Угу. Оригинальный, конечно. А ты что хотел? Ну да, пойдем.